Технологии будущего. Так, что здесь можно купить? А, это на планете Марс. Вот здесь вот я могу. А, тачкой управлять, смотри-ка, прикольно. Эскалационный протокол. Найти и уничтожить теневой раскол, второй уровень. Уничтожить улей, пока не истекло время. Второй уровень. Зараза, ни хера он там. Ай-яй-яй. У нас типа сейчас битва за Марс идет. Ай-яй-яй, гранат кинул. Завалили. В прошлый раз было полегче, да? Вероятно, в этом вся соль. Так как протокол «Сибирская энтропия» больше не действует на улей, Распутин хочет просто их всех истребить. Активируйте следующую зону атаки. Золотого века не может найти более эффективный способ уменьшить их численность. Я задала ему тот же вопрос. Он так на него и не ответил. Ай-яй, горим.
А вон пушки, тачки стоят. Сейчас я в тачку прям прыгну и с тачки буду бомбить всех. Меч какой-то. Крутой, хера себе, крутой какой херен меч. Возникла проблема, которая требует твоего вмешательства. Авангард просмотрел архивы Брейв и нашел упоминание об индексе Дефеста. Это охренеть! По разработке оружия. Если она попадет в руки наших врагов, они смогут создавать опасную боевую технику. Я обнаружил несколько терминалов доступа, в которых хранятся данные. Уничтожь их. Найти и уничтожить терминалы данных. Ага, вон там. Зараза, а? Оп. Так, здесь входа нет. Что-то все потемнело. Замало. Мы уничтожили первый терминал. Так, надо второй искать. Теперь разберитесь со следующим. А где еще один? Терминал данных, еще один надо найти. Все понял, вон там. Зафиксирована вражеская активность. Распутин активирует Валькирию. Мы загрузим данные из спутника. Чуваки, кто хочет со мной поиграть, короче, пишите мне под видео в комментариях в Ютубе. Поиграем. Так, мне вон туда надо. Эх ты. На тебя, в жбан. Улей задействовал что-то вроде подавляющего поля.
данные удалены. Нам осталось... Эй, подожди! Я проникла на канал Авангарда, чтобы мы смогли поговорить наедине. Послушай, Завала прав. Это чревато, но ты не можешь просто там взять... Там кого-то воскресить надо. Я прекрасно тебя понимаю, Анна. Но что, по-твоему, мы должны делать? В точности то, что говорит Завала. Просто сделайте мне копию. Я смогу изучить индекс, а Завале не придется беспокоиться о его сохранности. Ладно, мы все сделаем. И военный спутник надо защищать. Задействовал что-то вроде подавляющего поля. Так. Да откуда его? О. Это поможет отразить атаку Улья. Кто? Чувак забрал? Блин, ну ладно. Задействовал что-то вроде подавляющего поля. К вам движется что-то большое. Это поможет отразить атаку Улья. Это Опер. Мы его уничтожим. Сейчас мы его завалим. Огар уничтожен. Военный спутник безопасности. И все за день работы. Вот это да. Отлично. Так, а теперь найти резервные данные мне. Вон туда мне надо. Гефест, миссия Гефест. Надо тачку взять. Ой-ой-ой, выпрыгнул. Стоп. Так, у меня уже два предмета. Анбрей надо будет отдать. Так. Сравнить.
Шлем спутанной паутины. Так, я что-то не понял, как здесь одевается. Вот. О, улучшение. Здесь нету. Ага, вот. Они моргают, улучшение. Здесь не есть. Ага. Вот улучшения были. Подкласс титана. Давай-ка вот это вот используем. Триумфы. С триумфами я еще не разобрался. А, что-то получил. Во. Компаньоны. Здесь тоже. Ладно, ну давай, я вступлю в него. А, во. Good game. Так, ладно, с кланом потом разберусь, что надо завалить, там найти резервные данные. Так, а мне можно сменить пушку на более другую? Пистолет. Сейчас попробуем поменять. Вроде поменял.
Мне вон туда надо идти. Найти резервные данные. Их, я даже слетел, как он. Откуда? Откуда? А, вот он. Все, завалили его. Требуется форсирующая частота. Понял. Сначала, наверное, здесь надо сделать. Установим временное соединение между сетью и ретранслятором Анныч. Соединение установлено. Вероятно, удаленные данные находятся на двух запасных серверах. Подключитесь к ним, и я их восстановлю. Крохотное затруднение. Улей нашел вас. Мы справимся с ульем, даже с ледяным. Не дай сети отключиться. Ух ты! Оба, разлетелся, улетел. Вот это пушка. Отлично. Они в полном беспорядке, но я смогу их восстановить, имея на руках обе части. Сейчас вторую порцию данных мы тебе предоставим.
Отлично. У нас есть все данные. Но для сборки мне потребуются дополнительные мощности. Отправляйтесь к главному терминалу. Угу. Вот теперь к нему надо нажать. А, нет. Понял. А я думал, к тому. Начинаю сборку. Страж, что ты делаешь? Они помогают мне, Завала. В индексе Гефеста скрыт невероятный потенциал. Мы не можем его потерять. Доверься мне. Как будто у меня есть выбор. Защитить терминал. И постарайтесь держать улей, пока я работаю. Быстрее работай давай. Тут не все так просто. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Давай, ладно, последней контрольной точки, блин, не рассчитал чуть-чуть. Не рассчитал, ладно. Вот, все, удерживаем позицию теперь. Начинаю сборку. Что ты делаешь? Они помогают мне, Завала. В индексе Гефеста скрыт невероятный потенциал. Мы не можем его потерять. Доверься мне. Как будто у меня есть выбор. И постарайтесь держать улей, пока я работаю. Что такое? Типа от терминатора далеко не... О, от терминала этого нельзя далеко отходить.
прям прут толпу, толпами прям бегут, бегут без остановки, а. Есть, 100%. Спасибо, Завала. Индекс в безопасности. С помощью него мы можем восстановить технику Золотого века. Только представь, какие возможности нам откроются. Я прекрасно их представляю. Если из-за этих данных у нас появятся проблемы, отвечать за это будешь ты. По-другому и быть не может. Чё, все, можно выходить отсюда. Так, надо искать выход теперь. А вот в центре камушка, я там юзал его, ничего. Все. Я миссию выполнил. Так, мы вернемся к комплексу технологий будущего. Вот сюда. Так, посмотрим, что у нас еще можно прокачать. Уничтожить улей, пока не истекло время. Эскалационный протокол. Опять надо будет помочь. Давай, давай, я сейчас помогу. Уязвимо.
валим прям все. Мне что, второй уровень что ли дали? Надо будет потом посмотреть. О! Активируйте следующую атаку зону. Активируйте следующую зону атаки. А где следующая зона атаки? Вон там. Маячок стоит. Нам нужно лучше изучить рельеф Марса. Миссия выполнена. Ну и все. А, приближается открытое мероприятие. А, это пожелание. Ну, это мне не интересно. Да, у меня второй уровень. Меня кто-то бьет, что ли? Нет? Так. Все на этом.